Но в Красноярске в Октябрьском районе сточные воды затопили дворы и парковки. Зловонная жидкость поднялась из канализационного люка. Ручьи текли по улице Серова, заливая проезжую часть, а спустя некоторое время лужи образовались уже на улице Керенского. Жители обратились в аварийную службу. Они были уверены, что это порыв водопровода. Но когда приехали сотрудники краскома, выяснилось, что причина потопа – засор канализации. Коммунальщики смогли провести ремонт без отключения горячей или холодной воды. На время работ въезд на залитую улицу перекрыли. На Серова 25 сегодня был очередной засор бытовым мусором, который жители города Красноярска вместо ведра спускают в унитаз. Все почистили к 15 часам, после этого заказали подсыпку, поэтому почистим проезжую часть и просим красноярцев относиться с уважением к инженерным сетям.